Друзья, вашему вниманию показания бортового компьютера автомобиля Volkswagen Passat B8 с двигателем на 239 лошадиных силы, с полным приводом 4Motion, с роботизированной коробкой DSG на 7 передач. Кузов универсал у нас, колеса легкосплавные 17-дюймовые. Смотрим, что у нас получилось за поездочку с Германии до Харькова. 2381 километр заняло у нас это путешествие. Что у нас получилось? Средняя скорость с момента заправки, это последняя заправка была за Борисполем, у нас средняя скорость получилась 95 км в час. Получилось так, потому что в дороге было много ремонтов и довольно сильный ливень, пришлось ехать помедленнее. С момента пуска утром мы со Львова доехали вот до Харькова, средняя скорость 83 км в час. Проехали также Киев. И за длительный период из самой Германии средняя скорость получилась у нас 80 км в час. Пробеги видим. Что же у нас по среднему расходу? Значит, за длительный период, то есть Германия, автобаны, проселочные дороги, города, прохождение границы, ямы в западной части Украины, медленные проезды этих всех участков, частые обгоны во Львовской области на однополосной дороге, обгоны динамичные. Получили мы 6,4 литра на 100 км. Можно смело его считать, наверное, смешанным циклом для этого автомобиля. Смотрим с момента заправки. Это то, что я говорил, за Борисполем мы заправились и поехали в сторону Харькова. Получились вот такие показания, 6,5 литров на 100 километров, при этом тоже не жалел, наступал 140-150, мы ехали почти все время, было и больше даже. Ну и с момента пуска утром под Львовом тоже 6,5 литров получилось. Вот такие показания у нас на этом автомобиле. Автомобиль очень динамичный, едет весело, поэтому экономно на нем ездить, к сожалению, не получается.